Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Олег, на канале MBS Electronics. Недавно компания Best Filament, которая производит материалы для 3D-печати, прислала мне на обзор посылку с 6 катушками различного необычного экзотического пластика. Там были разные интересные материалы, такие как пластик под резину, которым можно печатать какие-то прокладки и уплотнители. Один палка, один струна. Сверхпрочный филамент. Есть еще катушка вот такого светящегося в темноте пластика. Это светящийся филамент PLA. Сегодня мы им попробуем что-нибудь напечатать. Печатать буду на своем Prusa i4. На i3 у меня не установлен вентилятор охлаждения зоны печати, а светящийся филамент, он все-таки PLA, и ему обязательно требуется обдув. Напечатать я решил вот такую подставку под смартфон. Ее также можно использовать для удобной установки маленького осциллографа вот такого. Кстати, очень удобный и недорогой для своих возможностей 4-канальный осциллограф. Полоса пропускания у него до 10 МГц, а кроме того, в этом осциллографе есть встроенный генератор сигналов разной формы, функциональный генератор. В гаджет можно загрузить несколько прошивок и выбирать нужную при его запуске. Он может превратиться в анализатор спектра или в какой-то другой прибор. Ссылку на этот осциллограф я оставлю в описании. Как видите, я уже печатал обычным ABS пластиком вот такую подставочку. Она меня выручает при работе с упомянутым осциллографом. А для смартфона мы напечатаем эту подставку люминесцентным пластиком, чтобы я в темноте мог видеть, где у меня стоит или не стоит телефон. У меня уже есть видео о том, как отредактировать STL-модель в программе SolidWorks. Давайте сейчас эту модель тоже отредактируем. Вырежем в ней несколько отверстий, потому что я хочу по максимуму сэкономить светящийся пластик. Импортируем STL-модель в программу SolidWorks. Вот она у нас как-то загрузилась. Модель простая, полигонов в ней немного, поэтому SolidWorks работает с ней быстро. Давайте выберем вот эту плоскость, создадим там эскиз. Возьмем инструмент «Осевая линия», прицепимся к средней точке этой линии и проведем осевую линию по центру модели. Выберем инструмент «Прямая прорезь», нарисуем эскиз этой прорези и каким-то образом на глаз настроим ее расположение и форму. Выделим весь наш эскиз вот таким вот образом. Кликнем на инструменте «Зеркально отобразить объекты». Выбираем «Относительно» и нашу осевую линию. Жмем «Ок» и получаем две прорези. Идем в «Элементы», «Вытянутый вырез» и вырезаем через всю деталь. Вот так. Получаем 4 вот таких отверстия. Точно так же сделаем вырезы снизу на подошве, вот на этой нижней поверхности. Здесь я ускорил видео в 4 раза, чтобы не занимать время и не показывать несколько раз одно и то же. Снизу выполняем те же действия. Пожалуй, вот так оставим. Сейчас нужно экспортировать деталь в формат STL и можно ее печатать. Принтер начал печать подставки. Печатаю я из программы Simplify 3D через USB. С моими настройками печать заняла чуть больше 2 часов. Пока принтер печатает, я вам расскажу о настройках Simplify 3D для этой детали. Печатаю я своим методом на растворе клея BF2. Посмотрим, как этот пластик будет держаться на таком покрытии. Давайте откроем настройки процесса для этой детали. Пойдем сверху вниз. Здесь в выпадающем списке я выбрал профиль для пластика PLA. Это тот профиль, который я создал сам. Здесь в списке автоматических конфигураций я также выбрал конфигурацию для PLA. А здесь выбрал качество Medium, это среднее качество. Процент заполнения я поставил очень небольшой, всего 8%. Будем по максимуму экономить светящийся пластик, ну и для этой модели, в общем-то, прочность не нужна. Первая вкладочка у нас экструдер. Сопло у меня стоит диаметром 0,3. Может быть, вы помните, как я менял эти сопла у себя на Prusa i4. Экстружен мультиплайер или коэффициент экструзии стоит здесь 0,9 или 90%. Для PLA пластика Simplify 3D автоматически подставляет сюда 0,9. Вы можете поменять, конечно. Я оставил 0,9. Следующий параметр, про него я подробно рассказывал в своем видео про все настройки программы Simplify 3D, это ширина экструзии. Здесь у меня включена ручная настройка, и я поставил ширину экструзии точно равной диаметру сопла.
Вот в этой области Use Control все настройки я оставил по умолчанию, то, что поставил мне в этом профиле Simplify 3D. Следующая вкладка «Слой» или «Layer». Высота слоя для этой модели у меня 0,2. В общем-то, это максимальная высота слоя для диаметра сопла 0,3. Следующие три параметра устанавливают толщину сплошных стенок. Верхней, нижней, горизонтальных и вертикальных стенок. Верхние и нижние стенки у меня состоят из трех слоев, то есть 0,6 мм для высоты слоя 0,2. А периметр или вертикальные стенки будут состоять тоже из трех слоев. Ширина экструзии у нас 0,3. 0,3 умножить на 3 получается 0,9 мм. Такие будут стеночки у нашей модели. На следующей вкладке ничего не меняю, все оставляем по умолчанию. Почти на всех других вкладках параметров я ничего не менял, все оставил по умолчанию. Здесь на вкладке ADA я поменял общую скорость печати, поставил ее 55 мм в секунду. На вкладке Scripts в подвкладке Ending Scripts желательно добавить вот такие две строки, чтобы головка отводилась от детали в конце печати и стол как бы выезжал вперед. Во-первых, удобно снимать деталь. Во-вторых, когда печать заканчивается, по умолчанию в Simplify 3D экструдер остается там, где закончилась печать. Сопло практически касается модели, и там образуется такая точка некрасивая, если сразу головку не отвести в сторону. И вот эти две строчки, как раз это и делают. Советую вам добавить эти строчки в конечный скрипт вашего процесса. Только обратите внимание на то, какая у вашего принтера максимальная позиция по Y. Вот точное время печати 2 часа 27 минут, 7 метров пластика уйдет, и вес детали будет примерно 21 грамм. Кстати, я забыл сразу сказать про температурный режим. Видим, что экструдер у меня 210 градусов, а температура столика 60 градусов Цельсия. Отключаю свет, и эта штука уже светится. Фантастическое зрелище 3D принтера, печатающего в темноте светящимся пластиком. Вот так стояла на столе эта штука. Здесь все гладенько. На нависающих частях есть небольшие здесь провисы пластика, ниточки. Но это и понятно. Она так печатала и наводила здесь мостики. Достаточно гладкая поверхность. Это я печатал черным ABS пластиком, но на другом принтере с диаметром сопла 0,4. На ощупь она более шершавая. Высота слоя такая же 0,2, но сопла 0,4. У ABS пластика вот эти углы, острые грани, они более сглажены. PLA пластик как бы у него более такие отчетливые формы и более острые углы. Видно, что этот пластик светящийся имеет такой вот зеленоватый оттенок. Это уже флуоресценция, она видна даже вот при свете, при ярком свете. Она дает такой зеленоватый цвет. Скорость была выше среднего, 55 мм в секунду. Деталь очень легкая, заполнение 8% и тонкие стенки. Но по ощущениям довольно крепкая. Деталька держалась отлично на столе, покрытом моим раствором BF2. Я даже не смог ее сразу оторвать, потому что вот ABS пластик, у него большой коэффициент термоусадки. И когда мы печатаем, после того, как стол остывает, размеры детали уменьшаются. Немного, но уменьшаются за счет термоусадки. И деталь за счет этого отклеивается мгновенно вся по всей поверхности, которой она соприкасается со столиком. А у PLA пластика этот коэффициент расширения намного ниже, чем у ABS пластика. И когда стол у меня остыл, ничего не произошло. Деталь так и держалась крепко на этом столе. Я ее оторвал, слегка поддел ножом, вот так, острым ножом, поддел лезвием, и она сразу снялась. Без проблем. Так что, друзья, можете спокойно печатать на клее BF2. Температура у меня была 60 градусов. Попробую сейчас выключить свет,
Поставлю сюда телефон, выключу свет. Светится пластик не очень ярко, камера настраивается на телефон, и свечение не видно. Когда рукой закрываю, свечение становится заметно. Если телефон убрать, камера начинает вытягивать свечение пластика. Если поставить телефон с выключенным экраном, то в темноте я увижу, где он у меня находится. И еще на такой подставочке удобно смотреть видео на телефоне, например, какое-то видео с моего канала на YouTube. Доработанную 3D-модель вы сможете скачать со страницы моего сайта, если пройдете по ссылочке в описании. Материал мне понравился, печать им стабильна, хорошая адгезия с печатной платформой. На мой взгляд, у него единственный недостаток – это цена, хотя качественный материал и не может стоить очень дешево. На этом сегодня все, друзья. В следующем видео на эту тему мы попробуем попечатать каким-то другим экзотическим пластиком от Best Filament. Напомню, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить момент выхода нового контента. До свидания, друзья, успехов в 3D-печати и всех благ!